В едином строю на уборку мусора. Месячник по благоустройству начинается в городском округе Щелково. Коммунальные организации, дорожные и другие компании показывают свою технику, тем самым готовность навести порядок в каждом дворе и на каждой улице. На первом весеннем субботнике в одной шеренге сотрудники бюджетных учреждений, депутаты, работники управляющих компаний, коммунальных служб. Многое в течение месяца нам удастся сделать, чтобы наш город стал чище, краше, приятнее для нашей жизни. А для этого необходимо наше желание, силы и возможности. Я поздравляю всех с началом месячника по благоустройству. Под марш «Салют Москвы» на площадь Ленина потянулась коммунальная техника. 67 машин, трактора, грейдеры, погрузчики, подборщики, автоцистерны, машины для подметания улиц. Они закреплены за коммунальными предприятиями, участвуют в уборке дорог, проездов, площадок. Чтобы вся колонна могла проехать, машины выстроили в ряд от площади до улицы Иванова. Непосредственно на территориях будет работать вдвое больше техники – 130 единиц. Мобильные группы во главе с заместителями главы администрации округа наведут порядок на территориях, не закрепленных за управляющими компаниями. К ним относятся 5 железнодорожных платформ Ярославского направления РЖД. Массовые субботники с участием жителей пройдут 13 и 20 апреля. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».